После короткой торжественной речи ветераны возлагают цветы к вечному огню в парке Победы. В их рядах те, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества. Наши парни всегда были там, где трудно, там, где сложно, там, где нарушалась законность. И, конечно, всегда это были миротворческие акции, миротворческие спецоперации. Потому что у нашей страны, будь то Советский Союз, будь то Россия, никогда не было задач захватить чью-то территорию, чью-то страну, чей-то народ. Всегда наши парни шли туда и выполняли задачу, перед ними поставленную, чтобы сохранить мир. В России День памяти воинов-интернационалистов официально учрежден в 2010 году. Праздник посвящен тем россиянам, которые исполняли долг за пределами Отечества. Дата его проведения приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года. Нет смысла нести потери, потому что уже сформированы были вооруженные силы Афганистана, уже подготовлены были организованы военное училище, и мы подготовили уже три смены и военных, и гражданских специалистов. Военный летчик Анатолий Розанов в начале 80-х годов прошлого века выполнял свой интернациональный долг в Сирии. Сегодня ветеран создал мобильный музей, с которым ездят по учебным заведениям Самары. Школьники с удовольствием разглядывают уникальные экспонаты, слушают истории. Изучали арабский язык перед командировкой, обычаи. Вот. И в 82-м году на аэродроме Дамаск нас привезли, и мы там выполняли интернациональный долг. Интерес, азарт, летная работа, оно как-то сглаживает те трудности, которые были там у нас. В честь праздника для гостей во Дворце ветеранов подготовили концерт. Услышав первые слова песни, которая звучала в фильме «Офицеры», все гости, невзирая на возраст и здоровье, встали со своих мест. Многие не могли сдержать слез. Некоторых ветеранов и музыкальные коллективы в честь праздника наградили почетными грамотами и вручили благодарности. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.